құрметті Серік Нығметұлы, әріптестер. Ағымдағы жылғы 1-ші 90-да Павлодар облысының әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі қорытындылары туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіз. Жалпы әлеуметтік экономикалық және қоғамдық саяси ахуал тұрақты болып қалуда. Қиын жағдайда өткен қысқы кезеңге қарамастан тұрмыс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілеріне штаттық режимде жұмыс істеді. Су тасқыны кезеңінде төтенше жағдайлар тіркелген жоқ. Уважаемые коллеги, разрешите доложить об основных макроэкономических показателях развития региона в первом квартале. В целом, по итогам прошлого года, валовый оригинальный продукт вырос на 5,7% и составил 1 триллион 614 миллионов тенге. В первом квартале текущего года инвестиции в основной капитал выросли на 14%, товарооборот на 11,5%, услуги транспорта на 9,4%, а связи на 5,6%. Уровень инфляции составил 102,2%. Рост связан с повышением тарифов по коммунальным услугам, при этом они ниже, чем в среднем по стране. Рост цен на продукты питания не допущен, у нас нулевая ставка по марту идет, благодаря реализации продукции стабилизационного фонда. В первом квартале в связи с проблемной ситуацией, возникшей на Павлодарском нефтехимическом заводе и сокращением потребительского спроса на электроэнергию и уголь, произошло снижение производства промышленной продукции на 2,7%. В то же время сохранена позитивная динамика по внешнеторговому обороту. У нас наблюдается более высокий темп роста объема экспорта на 29%. Импорт сократился на 46%. В регионе продолжается реализация программы ФИР. Сейчас у нас мы работаем по 79 проектам на 734 миллиарда тенге. На сегодня введено уже 50 проектов на 190 миллиардов тенге. Создано почти 6,5 тысяч рабочих мест. По плановой мощности у нас выведено уже 42 проекта, свыше 60% запланированной мощности достигли 3 проекта. На стадии завершения еще 11 проектов, которые увеличат объем промышленного производства на 4%. В рамках актуализации карты индустриализации дополнительно включены еще 7 проектов стоимостью на 23 миллиарда тенге. Выполнено поручение главы государства по привлечению «Казатомпром» к развитию свободной экономической зоны «Павлодар». Значит, на сегодняшний день портфельный проект составляет 43. И, значит, в первом квартале мы обсудили первые 7 якорных проектов, и уже в мае месяце поэтапно мы начинаем их строительство. Прежде всего, это производство прокалки нефтяного кокса, композитных материалов, бытовой химии, ингибированной соляной кислоты и сернокислотное производство. В сельском хозяйстве достигнута 100% готовность к весенним полевым работам, подготовлена техника полностью, крестьянские хозяйства обеспечены ГСМ и семенным материалом в необходимом объеме. Стабилизированные показатели поголовья скота, наблюдается его рост, в том числе по всем видам, значит, скота. Ситуация находится под постоянным контролем. По поручению главы государства, из выявленных результатов ревизии 684 тысяч гектар неиспользуемых сельскохозяйственных земель, возвращено в сельхозоборот 540 тысяч гектар пассивных земель. В первом квартале были проведены и завершается проведение 12 конкурсов, и мы примерно где-то до середины июня уже 100% обеспечим, значит, эффективное использование земель по рамках проведенной ревизии. В рамках поручения главы государства по диверсификации структуры пассивных площадей проведена соответствующая работа, и для стимулирования увеличения площадей кормовых, фуражных, крупных культур были изменены нормативы субсидий. В этом году мы дополнительно планируем ввести около 10 тысяч гектар орошаемых площадей. Уважаемый Серик Неметович, в нашем регионе была проблемная ситуация с попуском воды в пойму РТШ. И сейчас, благодаря вот вашему личному вмешательству, подтверждены и, значит, обеспечиваются в достаточном объеме, значит, попуск воды, значит, на пойму реки РТШ. В области идет рост малого и среднего бизнеса. По итогам квартала количество активных субъектов выросло на 14,5%, численность занятых в них на 1,8%. Выпущено товаров, работ и услуг на 81 миллиард тенге, это с ростом 0,5%. По программе «Дорожная карта бизнеса 2020» в области наблюдается позитивная тенденция. На этот год в регион выделено 2,5 миллиарда тенге, а в целом мы уже отработали 306 проектов. К концу года мы планируем достигнуть 400-уровневого проектного показателя, и в том числе за счет активного использования всех направлений ДКБ. По вашему поручению, Сергей Дмитриевич, Акимат совместно с фондом «Даму» вчера открыл центр обслуживания предпринимательства в городе Павлодар. До этого были открыты соответствующие центры в моногородах, как и Кибосзаксу. И аналогичные центры с поддержкой областного бюджета открыты во всех районах области. Таким образом, создана единая
трехуровневой региональной сети развития и поддержки малого и среднего бизнеса. В регионе динамично реализуется программа «Доступное жилье». С начала года у нас введено 38,3 квадратных метров жилья, из них ИЖС 10 тысяч. По итогам года будет введено 164 тысячи квадратных метров жилья. В рамках программы «Бадянс ЖКХ» в этом году запланировано проведение ремонта 162 жилых домов на 1,6 миллиарда тенге. У нас долгов по прошлому году нет. Прозвучала цифра, у нас нет долгов по ЖКХ, идем строго, значит, по плану. В настоящее время проведены все необходимые процедуры и организационные мероприятия для, значит, начала ремонта жилых домов. В рамках программы развития моногородов реализуются комплексные планы развития Аксу и Кибасуза. Нам выделено 3,8 миллиарда тенге. В этом направлении работа ведется строго по плану мероприятия. Проводится работа по выполнению поручений главы государства по повышению благосостояния населения. Программа «Занятость 2020» в первом квартале приняла участие 476 человек. Создано 995 рабочих мест, в том числе 849 постоянных. Проведена вся необходимая подготовительная работа, и уже в мае начнется полная, значит, реализация направления по микрокредитованию граждан. Уровень безработицы остался на уровне прошлого года 5%. Среднедушевые денежные доходы выросли на 9,2%, среднемесячная заработная плата на 9,6%. В регионе отмечается снижение заболеваемости злокачественными образованиями на 2,4%, туберкулезом на 9,7%, психическими расстройствами на 36,4%. Продолжается строительство двух поликлиник в Павлодаре и Кибастузе, а также 5 врачебных амбулаторий с вводом в текущем году. В рамках программы «Балапан» с начала года открыто 2 детских сада. До конца года будет введено еще 8 детских садов, 5 мини-центров и расширенные площади 27 действующих. Это позволит уже в текущем году полностью обеспечить потребность дошкольного образования детей от 3 до 6 лет. С начала учебного года начнет работа Назарбаев интеллектуальная школа. По поручению главы государства в Павлодаре открыт центр обслуживания молодежи. В регионе обеспечено исполнение республиканского бюджета на 103,7%. При плане 27,2 миллиарда тенге поступило 27,6 тенге. По сравнению с прошлым годом, недоимка за первый квартал уменьшилась на 421 миллиона тенге. По местному бюджету, значит, исполнение составило 124,9%. По целевым трансферным кредитам из республиканского бюджета за первый квартал текущего года при плане 6 миллиардов тенге выделено 5,2 миллиарда тенге. Остались недоиспользованными на сегодняшний день 600 миллионов тенге. Это связано с экономией на госзакупках за счет, значит, появленных вакансий, а также, значит, завершение конкурсных процедур по строительству, значит, объектов, от уменьшения числа получателей стипендий, а также, значит, перевода платежей конца марта, значит, на начало апреля. Работа находится в данном направлении на постоянном контроле. В целом, уважаемый Сергей Дмитриевич, коллеги, реализация поставленных задач и исполнение всех поручений главы государства и правительства в регионе находится на постоянном контроле. Для этого принимаются все необходимые меры. Доклад окончен.